нормально должно быть все. Всегда все хорошо, короче. Так, что нам надо? Сначала, я не знаю, сначала водку. Водка. Меня наругали уже за такую водку. Боже мой, ребят, я простой человек. Я вообще неудачник. Мне 39 лет. Я живу по-простому. У меня ограниченные возможности. Закипел. Я запарил свою лапшу. У меня будет 7 бедр. Вот такой из фикс прайс. Еле-еле водку чувствую. Кстати, там был еще другой Питер Лемон был еще. Вкус. Это Индиан. Индиан тоник. Я не знаю, это он горчит или водка. Ну-ка. Блин, прикольно. Кто-то мне советовал. Я сейчас сходил, конечно, набрал себе творога, но я решил сначала есть Петру. Буду есть Петру. Потом, ну, там много Петра, я не знаю, с имя или нет. Я, конечно, голодный. С тортами пока что решил подождать. Вот. Не знал, что снимать. У меня вроде есть как бы идеи, но
час 20 бегом, просто час 20. Боже. Не, я до этого бегал уже час 20, просто дело в том, что я еще не ел. Из фикс прайс тоже. Такой вот соевый соус из фикс прайс. И вот такой вот еще увидел из фикс прайс тоже. Такой вот соус чили острый. Раскрою вкус любимых блюд. К мясу и жареной курице написано у меня. Нету ни того, ни другого. Но масло у меня по стандарту. Сейчас масло в ппшке не кладут. Кстати, в одной ппшке у меня будет 7 упаковок. В одной ппшке даже не было приправы. Но приправы стандартные, я их все насыпал. Получилось, как я понимаю, 6 самих ппшек, 7. 6 приправ. Давай сейчас я еще буду добавлять. Я сразу не добавил. Сейчас, не знаю. В общем, не важно. Какой-то перец чесночный увидел. А да, я в пятерочке взял. Перец чесночный. Но тут уже тоже с солью сразу. Соль, овощи сушеные, чеснок, лук, перец черный молотый, паприка молотая, перец белый молотый, сахар, зелень, петрушки сушеные. То есть это такая уже приправа готовая вообще. Наверное, мне есть еще красный перец, так, конечно, стыдно показать такую баночку. Это баночка от Несквика. Я говорю все по-простому. Это бабушка мне, по-моему, давала как-то. Здесь у меня красный перец. Я сейчас его тоже посмотрю. Я не хочу сильно жестить. Я сейчас не до этого. Я, наверное, все не смогу показать, хотя... Суть-то дело, я понял, что у меня нет ложки. Ладно, это не важно, простите. Нет ложки, показал вилку. Блин, я капец неудачник, я себе только что испортил тосочку. У нее, не знаю, какая рабочая поверхность, короче. Но это, видимо, как бобленка. В общем, я накрыл ею свою миску с ппшками. И она встулась от пара. Просто за что мне это? И вы еще меня ругаете, капец. Просто за что? Я не знаю, как... Я не знаю, как посвятить вас чуть-чуть в процесс приготовления. С моей стороны, это тоже нечестно. Вы же любите там кукинги. Блин, тут очень много воды получилось. Но как я... кто-то мне звонит. В общем, чуть-чуть кукинг перемешиваю. Кстати, чеснок добавил еще, да, чеснок добавил сюда. Блин, не знаю, я еще, знаете, у меня есть яйца, ну, сыры, ну, в смысле не эти яйца, а сыры куриные, типа. Я знаю, что корицы добавляют вот в лапшу яйца. Я, поскольку, ну, я боюсь, яйца надо, типа, либо жарить, либо варить. Просто их, как бы, налить сюда. Я боюсь сырые. Вот. Типа, блин, что-то как-то стрёмно. Мало ли чё. Яйца всё-таки не должны. Хотя раньше вообще... Ну, раньше там сырые яйца выбивали, конечно, но, блин...
давайте сразу. Мне кажется, тут вкуса особого не будет, поэтому сразу добавим. Так, здесь есть отрывашечка. Все из такой мивимик стандартный. Дракон, как этот. Я работал в экспрессе, паренек там называл. Дракон, вот этот соус. Ну, типа он как бы острый чуть-чуть. Давайте еще. Соевый соус. Давайте еще приготовим джин тоник. Я сегодня ваш бармен. Наливаем водки. Достаточно много. Налили водки.
иначе, потому что тут много жижи. Боже, как я мучаюсь, снимая эти видео. Я ем, держа в руках эту огромную миску. Вы меня ругаете еще. За что вы меня ругаете? Что я вам сделал? Вы от меня все ждете чего-то сверхъестественного, как будто я вам какой-то, блин, супермен. Блин, я вообще простой.
получается.
сейчас очень хотел включить стрим. Я же могу включить стрим прямо во время съемки видео. Представляете? Но вы меня сразу ругаете. Мне, блин, я толком видео не сниму тогда. Мне надо видео снимать. Я же о вас забочусь. Мне важно, чтобы вы были довольны. Потому что у меня много уже девушек. Ладно, еще на мужчин, на парней пофиг. Извините, конечно. Братики, я вас тоже люблю. Но просто перед женщинами я трепещу. Перед девушками. А я понимаю, что у меня уже очень много девушек и женщин на канале. Я должен стараться, чтобы они были довольны каналом, хотя бы чтобы развивался канал. Мне надо снимать постоянно видео. А если я пробовал, то есть снимать видео одновременно во время стрима, но получается как бы за двумя зайцами, да. Поэтому сейчас вот сниму видео. Потом, может, постримлю сегодня еще. Если время. Время еще. 7 вечера у меня.
парней, которому хочется обо мне заботиться, сделать там уборку у меня в квартире, приготовить мне покушать. Это очень приятно. Я сейчас вот видео не выпускал. Я оставлял записи на канале. Извинялся, просто что канал приостанавливается. Ну, то есть суть не в том, что я типа бросаю канал. Я не могу найти силы, меня одиночество душит просто. У меня вроде 3000 подписчиков. А, кстати, это же видео приурочено к 3000 подписчикам. Это первое видео на канале с тех пор, как у меня 3000 подписчиков. Давайте сюда воткнем свечки. Боже, как я счастлив. Я недавно снимал 2000. Был торт. Самый дорогой бельгийский шоколад. Братик мне заказал. Он мне заказал. Ну, просто есть. Есть вот человечек. Я ему доверяю. Он знает мой адрес. Он мне сам заказал Яндекс.Доставку. Мне привезли торт со свечами. Ну, в смысле, свечи отдельно, торт отдельно. Ну, короче, он сам заказал мне на адрес. Боже, это просто такое счастье. Я бы хотел, чтобы я мог большему количеству людей доверять и давать свой адрес, чтобы мне так заказывали. Я бы тогда видео снимал каждый день. Даже по несколько раз в день. Правда, я столько бы, наверное, не съел бы. Хотя, блин, я бы тогда больше занимался спортом. Калории все бы сжег. И нормально. Правда, я стал бы огромный. В кадр не помещался бы. Заберем огромное видео.
20 на 10 это 200 минут. 200 минут это больше 2 часов. Ужас. В общем, там был паренек, там есть как бы в группе. Он это скинул фотки, подписчица ему скинула, девочка. Он молодой, понятно, что я не молодой. Может быть, и был бы я молодой, у меня были бы такие фанатки. У него 720 подписчиков. И ему девочка скидывает просто, ну, без лица, ну, как бы обнаженку, ну, в нижней белье, но все равно на фоне, короче, огромного телевизора. У девочки в комнате огромный телевизор. Хотя я не знаю, может это скам, может это его девушка, реально, просто реально его девушка. Хотя, хз. Короче, там огромный телевизор с его каналом. Девочка сделала пару фоток на фоне его канала, короче. Ну, наверное, это скам. Какие могут быть фанатки, когда 720 подписчиков? Хотя, ну, на самом деле, 720 подписчиков — это дофига. У меня, блин, 3000 человек подписчиков. Я, по сути, если был бы предприимчивым и умел извлекать из этого выгоду, я бы уже с концертами поехал бы на сходки. Я часто говорю, что меня сходки не интересуют, но я бы вот концертные сходки, я бы ради этого снова занялся именно рэпом. Я бы отрепетировал песни, подготовил бы программу, и вот такие сходки я бы сделал. Хотя, конечно, из этих 3000 человек никто не придет на мой концерт. Ну, то есть придут. Ну, блин, даже если 100 человек придет, это дофига. Я бы поехал бы. Блин, я хочу вообще. Я хочу. Но пока что ASMR — это единственное, чем я интересую. Сирена. Просто пока что ASMR — это единственное, чем я интересую, как бы, большое количество людей. Мой рэп, там, моя музыка не особо. Да, господи, хватит. Боже, эти сирены просто мешают. Есть, я не устал. Не поймите меня неправильно. Есть, я не устал. Блин, это круче, чем торт. Ну, как сказать? Я же как бы засож. И водку пью, да. Меня там ругают. Пропагандируешь водку. Блин, я офигел. Люди ругали вот этот видос последний. Сегодня можно пить.
бензин для зажигалок заказать. В общем, если у меня получится. Потому что по-другому я сигары не раскурю местные. Они такие, ну, дешевенькие. Их тяжело употреблять. Нужна зажигалка мощная. Бензиновая, сигарная. Thank you.
вообще обломает, конечно, эти все разговоры. Как кто-нибудь на лыжне тебя остановит, и начинаются разговоры, блин. Сам по себе для меня это рекорд. Я, в принципе, практически все съел. Сейчас только ложку надо. Но я все равно продолжаю быть таким умотанным каким-то. Я... Может, я еще пьяный. Хотя водки совсем немного выпил, конечно. Сейчас буду доедать ложкой. Рассказываю все, что происходит со мной в течение даже не то что дня, нескольких дней. Ну как вот во влогах, когда блогер показывает, что с ним происходит в течение дня или в течение недели. И я вот тоже влогажер. Ем целый час и рассказываю, что у меня происходит. Классический влогажер.
сзади и без разговоров поедания еды, а я с разговорами. За вас. Сейчас мне предстоит дать его чуть-чуть обработать и загрузить. Не знаю, буду ли я сегодня стримить. Мне надо отдохнуть сейчас. Посмотрим, может я... Ну, как это все получается по секрету. Для тех, кто досмотрел до суда, рассказываю. Сейчас видео обработаю и опубликую его уже там на ночь. Ну, к вечеру там. То, что он мало газированный, поэтому хорошо делать коктейли с него. Блин, мне бы сейчас девушку и с ней разделить этот коктейль. Просто райское наслаждение было бы. Все, ребята, не буду много говорить Руслов, потому что к этому моменту смотрели уже самые стойкие, кто смотрел, а большинство просто заснуло уже. Поэтому не буду много чего говорить, уже все сказал, все съел. Поэтому любовь и благодарность. Любовь и благодарность.